Кресло главы городского комитета по образованию недолго оставалось пустым. Исполняющей обязанности председателя ведомства назначена Лариса Ревуцкая. Ранее она работала директором в лицее математики и информатики. Новый глава комитета является учителем высшей категории и имеет 20-летний опыт в педагогической деятельности. Также за плечами у Ларисы Ревуцкой 2 года работы в должности начальника отдела образования Ленинского района. Напомню, ранее кресло председателя городского комитета занимала Ирина Архипова. Несколько дней назад она написала заявление об увольнении по собственному желанию.